технические возможности наших участников огромны, потенциал огромный. Здесь разнообразие всех работ. Все, что вы хотите, можно. Вся красота, она здесь. И вот Ирина Родионовна, она занимается вышивкой из ленты. У нее свои тоже специфические работы, очень интересные. Вот она расскажет о своих работах. Ирхам, будь хорошо. Я давно уже занимаюсь этой работой, ну и как-то никогда не выставлялась. И вот решила вот попробовать. Это у вас первая выставка? Это у меня первая выставка. Ваше впечатление о выставке? Ой, ну я, конечно, получила колоссальное удовольствие от того, что очень много здесь женщин, которые любят, трудолюбивые, которые могут заниматься и любят это дело свое. И я решила тоже поставить на выставку свои работы. Ну, не знаю, судить, конечно, не мне, судить, конечно, покупателям и людям, которые... Расскажите о них, пожалуйста. Ну, что я могу сказать? Трудоемкая работа, кропотливая работа. Это обычная лента, да? Обычная лента, атласная. Атласная, да. Вот атласная, они собираются лента, в такие композиции. Да, вот в такие композиции. Композиции, конечно, я придумываю сама. Это ваше вдохновение? Это мое вдохновение. Что вот на этот момент вот придет, вот я вот и изображаю вот на своих картинах. Спасибо вам большое. Расскажите, пожалуйста, про эти трубки. Во, самое интересное. Эти трубки... Честно, я как заеду курильщик, просто мне интересно. Эти трубки, честно говоря, не я делаю. Делает это мой брат. Это из чистого дерева. Здесь много разных пабов этих трубок. Вот, трубки тоже разных размеров, разной формы. Они неповторимы. Вот, ну, в принципе, тоже на любителя. Спасибо большое. Пожалуйста, и вам спасибо.